Добрый день, друзья! Сейчас я иду на спортивное мероприятие, называется «Спортмаркет». Проводит в фантастическом месте «Бобровый лог», все это в Красноярске. Записался на то, чтобы набивать мяч. 20 лет мячик не держал ни в руках, ни в ногах. Попробую понабивать. Видеоблогер? Да. Вы видели, сколько я набивал? Нисколько. Посмотрите, ребята тут набивают 650. Одуреть. Сергей внимательно наблюдает, сколько раз он набьет. Видимо, Константин явно профессионал. Открою маленькую тайну. Константин занимается в школе футбольного мастерства «Саншайн», поэтому он так это профессионально делает. Максим тоже пьет явно профессионально. Кстати, тоже открою маленькую тайну. Максим также занимается в школе футбольного мастерства «Саншайн». Друзья, расставьте начинает будущих, раздать подвижу будущих чемпионов России. А то чемпионов мира. Друзья, повеселее, давайте. Сейчас набивает Дмитрий. Как он где постоянно только на одной ноге. Так не каждый может, между прочим, а может только Емельянов Андрей. Друзья, вот видите, что наш турнир исключительно честный, набивает все, участвует. Итак, по-моему, здесь раз уже было плюс. А я же турнир половил музычку, так что сейчас будет вообще шоу. Друзья, давайте поддержим Никиту! Вот, Серикан Владимир здесь, отлично. Он просит мячик. Как же он будет набивать без мячика? Попросил сам себя называть спортивный дед. Я правильно понял? А, кстати, да, канал на YouTube Серикан Владимир «Спортивный дед». Так что заходите на YouTube, подписывайтесь. Там, скорее всего, очень много интересных вещей про спорт. Итак, можно знать, дед. Владимир бежит за ним. Добавляет нам шоу.
лобак. 69 раз всего. Смотрели, сколько пацаны набивают. Сейчас к нам рвется. Корона Лабс. Да, приветствую вас. Пейте спортивное питание, выбирайте какое-нибудь. Я это не реклама, а просто знакомые.